люди. У вас 50% населения на доходы ниже 15 тысяч живут. Решают они. 70%, 2/3 граждан живут на доходы меньше 25 тысяч. Решалы. Когда вы говорите о достижениях, коррупции ваши достижения, прорывы, что мы одна из самых коррумпированных стран мира, потери в промышленности, чем больше, чем после окончания Великой Отечественной войны. Вот ваши итоги достижения. О них говорите. Мы первое место в мире по заболеваниям от сердечно-сосудистых заболеваний. Чего вы этим не хвастаетесь, а? У нас первое место в мире по смертности от туберкулеза. Вообще понимаете, что такое туберкулез? Вы отдаете отчет, что в 91 году его почти победили. Вы сейчас расплодили, десятки тысяч человек заболели заново. Вот ваши итоги. Мы лидирующее место по заболеваниям ВИЧ в мире имеем. Это эпидемия. Почему вы об этом не говорите? Или вы здесь ни при чем? Или это Америка опять виновата у вас, а? Наследство вам хреновое досталось. Бессовестные люди, вы все растащили и разворовали. И каждый день все свои силы подчиняете, чтобы доворовать то, что осталось. Сибирь спилили, в Китай вывезли. Ядерные отходы из Германии сюда завезли. Вы что об этом не говорите сейчас, а? Вы почему сейчас об этом не говорите? Наследство вам фиговое досталось. У вас сколько коммунисты виноваты будут? Еще 50 лет пройдет, все коммунисты, что ли, виноваты? Тут был один председатель Думы, господин, забыл, как его фамилия, Кузьмин. Он говорил, плохо коммунисты трубы кладут через... 40 лет начали прорываться. Вы понимаете уровень безумия, который вы здесь сеете? Да люди, когда это слышат, а у них глаза кровью наливаются. У них одно желание сразу, чувство справедливости. Они хотят прийти вам всем по шапке надавать. Да, пока они не объединились. Да, пока, наверное, точка кипения не пришла. Но вы семимильными шагами к этому народ ведете. Подталкиваете людей к активным действиям.